Доброе утро, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Мы с вами уже знаем, что льняная каша и льняное масло – это ваше здоровье и молодость. О том, что лен – это кладезь белка и клетчатки, а также незаменимых аминокислот омега-3 и омега-6. Лен – это не только пищевой продукт, он очень универсален в домашней косметологии. Из льна можно делать прекрасные маски-лифтинги. Тем, кто пока об этом не знает, я сейчас расскажу. Каждое утро в течение 15 дней. 1 чайная ложечка сверху. У кого нет семени льна в большом количестве, оно продается в пачках в любой аптеке. Приобретите пачку, и вам хватит его с лихвой. Так вот, на 1 чайную ложечку кипятим чайник с чистой хорошей водой и заливаем 1/3 стакана кипятка, ровно 1/3, не больше. Вот так. А теперь хорошо промешиваем. Закрываем плотно-плотно крышечкой и оставляем это до вечера. Теперь мы должны процедить его через сито. Семечки нам не понадобятся, понадобится только вот эта живительная жидкость, лифтинг. Смотрите, что у нас получается. Вот такая, скользкая такая. Берем спонжик, намачиваем его, слегка отжимаем, совсем чуть-чуть. И вот таким раствором намазываем наше лицо, веки, шею, подбородок и все остальное можно даже намазать в зону декольте. Ходим какое-то время, может быть 10 минут. Все это высыхает. Повторяем от 6 до 10 раз. Не ленимся. Процедуру повторяем в течение 2 недель. Минимум 10 дней, максимум 15. И гарантированно ваше зеркало вам очень будет радо. Вы себя не узнаете. Помолодеете, кожа ваша подтянется. Для укрепления волос мы используем точно такой же настой, но в больших количествах. У кого короткие волосы, хватит в 3 раза большей пропорции, чем мы с вами вот здесь приготовили. У кого длинные волосы, возьмите, пожалуйста, 5 частей. И вот этим настоем намачиваем волосы. Предварительно мыть ничего не нужно. Это не важно. Главное, чтобы она впиталась в ваши волосы и в ваши корни, в кожу головы. Держать нужно 1 час. Потом просто смыть чистой водой, помыть голову, если она у вас была грязная, и уложить.